Завтра нашей металлургии. Какое оно? На Брянский сталелитейный завод это завтра уже пришло в облике машины непрерывной разливки стали. Жидкий металл из ковша попадает прямо в сердце машины кристаллизатор. Двигаясь вместе с ним, сталь постепенно остывает, а слиток приобретает заранее заданную форму. Скажем, такого бруска. Теперь в ход идут газовые ножницы. Они разрезают брусок на куски нужного размера. Это опытно-промышленная машина. В скором будущем продукция машины пойдет не на склад, а прямо на прокатный стан.